Здравствуйте, Дмитрий. Так, я вас не слышу. Сейчас нормально слышу? Да, сейчас отлично. Хорошо видно, слышно меня? Ну, я вас не вижу, я по телефону. А, хорошо, я тогда отключу, чтобы не без, это, трафик ваш не тратить. Нет, по скайпу, по Wi-Fi как бы без разницы. А, хорошо. Дмитрий, как давно ищете работу? Да вот, второй день. Второй день. До этого где работали? В депо у нас в городе. То есть железнодорожник или с общественным транспортом связано? Нет, как бы вам сказать-то. Ремонт вагонов под минеральное удобрение от балахонцев в Березняках просто работаем. И мы как числимся химиками и железнодорожниками. Понял. И что произошло? Можно сказать, из-за ребенка пришлось уволиться. Ну, то есть предстоял выбор или работа, или семья, да? Ну, я вас понимаю, у меня такое же было. Я бывший полицейский, и 4 года отработав в полиции, тоже принял для себя решение, что я выбираю семью и уволился из полиции. Сейчас расскажу о той работе, которую мы предлагаем. Вы рассматриваете работу удаленно через интернет, возможность работы? Да, да, да. Отлично. Дмитрий, как вы уже знаете, как сами вот сейчас с телефона разговариваете, интернет в нашу жизнь уже все глубже и глубже входит. Сейчас можно оплатить не только там телефон, сотовый, это, интернет и тому подобное. Сейчас можно через интернет и заказать какую-либо продукцию, совершить заказ техники, автомобиля посмотреть, встать в очередь к врачу и тому подобное. Даже там паспорт можно получить через интернет. То есть мы, также наш проект движется в ногу со временем, мы развиваем свой интернет-магазин. Как и любая компания во всем мире, мы заинтересованы в увеличении товарооборота. То есть, независимо от того, какие компании мы будем смотреть, автомобилестроение, строительные компании, та же компания, что у вас была по химическим удобрениям и так далее, все заинтересованы в увеличении товарооборота. Чем больше, соответственно, товарооборот, тем больше прибыль у компании, тем больше прибыль у ее партнеров. Соответственно, мы также, увеличивая товарооборот своего интернет-магазина, увеличиваем свой доход, свое вознаграждение. Наш интернет-магазин работает с хозяйственными средствами, то есть средства личной гигиены, косметическая продукция. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, может быть, на первый взгляд глупый вопрос будет. Вы зубы чистите? Конечно. Конечно. Независимо от того, какое сегодня число, какое время года, кризис, не кризис, все люди чистят зубы, купаются, принимают душ, моют голову и так далее. То есть пользуются как раз теми самыми средствами, которые предлагает наш интернет-магазин. И за создание группового товарооборота, за создание вообще товарооборота нашего интернет-магазина мы будем получать с вами вознаграждение в размере 10%. Как работать, как привлекать людей, то есть как подавать рекламу в соцсетях, на досках объявлений, как работать с людьми, мы всему этому вас научим. За 3 года существования проекта у нас построена уже система обучения, уникальная система обучения, которую мы в свое время покупали какие-то пакеты, проходили тренинги платные сами. А сейчас мы предлагаем данное обучение для всех наших партнеров совершенно бесплатно. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы вы получили как можно быстрее и как можно большую зарплату. То есть, чтобы быстрее вы, ваш интернет-магазин встал на ноги. И чем больше зарплата будет у вас, тем, соответственно, больше зарплата будет и у нас. Получается такой взаимовыгодный бизнес. И пока вы обучаетесь, пока вы разбираетесь, вникаете в суть дела, в суть работы, мы будем вам помогать, будем наполнять ваш интернет-магазин людьми, будем работать с ними, обучать, вводить в курс дела и так далее. То есть от нас полная поддержка предусматривается по нашему обучению. Обучение проходит у нас все через интернет, то есть в режиме реального времени, утром планерки, в обед презентации, семинары, собеседования, вечером также всевозможные семинары. Если нет возможности посетить в прямом эфире все это,
в вебинарной комнате, то вы смотрите данные обучения в записи и общаетесь уже с непосредственным своим наставником. По поводу обучения рассказал. Так, инструменты все даем в обучении для работы. Теперь непосредственно к компании, с которой мы сотрудничаем. Это шведская компания Oriflame. Слышали о такой компании? Что? Конечно, слышал. А вот какое мнение было о компании, чем занималась компания, как люди зарабатывают до того, как вот я сейчас рассказал про схему с интернет-магазином? Знакомый. Девчонки постоянно, блин, работали на вас. Ну, то есть работа с каталогом, да? Да, да. То есть работа с каталогом, да, продажи, да. И на этом все, на этом возможности заработка заканчиваются. Смотрите, Дмитрий, работая с каталогом, да, можно заработать, но это быстрые деньги, но это маленькие деньги. Это не те деньги, ради которых мы зовем вас в бизнес. Это подработка, ну, пускай 2-3 тысячи, 5 тысяч. Если вы быстро бегаете и много каталогов можете показывать, 10 тысяч. Ну, согласитесь, это не деньги для того, чтобы можно было перейти на основную, использовать в качестве основного дохода. Мы зовем вас уже в бизнес. Здесь нет продаж, здесь нет беготни с каталогом. Именно идет развитие своего интернет-магазина. Например, на примере нашего интернет-магазина мы вместе с супругой работаем. У нас в нашей команде, в нашем интернет-магазине порядка 3000 человек в 13 странах мира набирается. И товарооборот нашего интернет-магазина составляет от 1 000 000 до 1 400 000 в месяц. Соответственно, 10% от данной суммы зарплата колеблется от 90 до 150 тысяч суммарно. Наша с супругой зарплата. Согласитесь, на продажах и беготне с каталогами таких денег не заработать. Именно поэтому мы приглашаем всех в бизнес. Никаких продаж. Я даже про продажи сейчас ни слова не сказал. Мы просто с вами меняем привычку ходить в магазин, какой есть магазин, там Магнит Косметикс, Гош, Литуаль и тому подобное, где продаются зубные щетки, зубные пасты, какая-либо необходимая косметическая продукция, средства личной гигиены. Просто меняем привычку купаться, мыться, пользоваться продукцией компании Oriflame со скидкой и на этом еще зарабатывать. Мы рассказываем всем своим друзьям, партнерам, коллегам и так далее, то есть всему своему кругу знакомых о данных возможностях. То есть мы будем строить бизнес без продаж. Рекомендации, просто рекомендации и общаться с людьми. И они будут уже в соответствии или вступят в нашу команду присоединяться, или, соответственно, нет. То есть варианта два. Или-или. Решать за людей не нужно. Нужно всем подряд помогать, рассказывать. Особенно во времена кризиса. Сейчас у всех остро стоит необходимость в поисках работы, в увеличении зарплаты, которую постоянно кому-нибудь урезают. Например, в полиции, где я работал, вот я уволился и 1,5 года назад, и там зарплата на текущий момент меньше, чем 1,5 года назад. То есть постоянные сокращения зарплаты и личного состава идут. Соответственно, у меня сейчас доход больше, чем в полиции. Я работаю, неважно, я не привязан к конкретному месту работы. Главное, чтобы был телефон, интернет, смартфон или ноутбук, без разницы. Можно работать в любой точке земного шара, где есть интернет. Так же, как вы сейчас находитесь с телефоном, вышли в интернет и общаетесь со мной. Аналогично, вы также можете с телефона вести всю свою деятельность, независимо от того, где вы находитесь. Именно благодаря такой вот свободе перемещения, свободе действий, я и ушел из полиции в данный проект. Какие вопросы сейчас, Дмитрий, появились после того, как вот поговорили с вами? Ваша работа будет заключаться в ежедневной подаче рекламы. То есть мы работаем на досках объявлений, все, Авито. Что? Размещать рекламу. Да, размещать рекламу, общаться размещать с людьми, рекламу. То есть рассказывать им о возможностях. То есть наши обязанности – это размещение рекламы и общение с людьми.
посещение обучающих семинаров, тренингов, обучения, прохождение обучения. Ведь пока вы не научитесь, вы не узнаете, не сможете уже работать, действовать. Как и в каждой компании, есть своя система обучения. Также и у нас в нашем проекте. Таким образом, обучаясь, работая и с помощью вышестоящих ваших наставников, ваших партнеров, вы быстро можете построить свою команду и получать уже доход. Например, на доход 20 тысяч рублей за 3 недели, но у нас каталог компании Reflame длится 3 недели, у нас привязка не к месяцам идет, а к каталогам. У нас 17 каталогов в году, соответственно, 17 зарплат в году. Зарплата перечисляется на лицевой счет в банке. Никаких киви, кошельков, веб-мани, Яндекс.Денег, то есть электронных денег и тому подобное здесь нет. Зарплата на лицевой счет в банке перечисляется, у вас идет трудовой стаж, у вас идет выплаты в пенсионный, уплата налогов 6% по упрощенной системе налогообложения. То есть полный, как говорится, соцпакет предусматривается здесь. Соответственно, как быстро выйти на доход 20-30 тысяч рублей? Все зависит здесь, конечно же, только от вас, от вашей цели, от ваших действий. Есть люди, которые выходят на такой доход уже через месяц, кто-то через 3 месяца, кто-то через год. Поэтому здесь будет все зависеть только от вас, от вашего желания работать и от ваших действий. Здесь нет никаких фиксированных окладов. То есть вы пришли на работу, месяц что-то делали, не делали, и по окончании месяца зарплату не ждите. Здесь нет фиксированных окладов, только процент от товарооборота вашего интернет-магазина. Какую работу проделали, такую зарплату и получили. Зарплата здесь никем не лимитируется. То есть у вас нет начальника, здесь все мы работаем на равных, как партнеры. То есть здесь необходимо еще учитывать, правильно строить свой распорядок дня, самодисциплина, чтобы утром проснулся, не расслабиться, там что-нибудь куда-нибудь сходить отдохнуть, а уже так же, как на рабочем месте, садиться в интернет за ноутбук, телефон и работать. Сейчас, как я понял, вы ищете основную работу, да? Да. Ну вот, необходимо, если использовать данный проект как основную работу, то и времени нужно будет уделять много. Если дополнительный заработок, то достаточно 2-3 часов в день уделять обучению и работе в данном проекте. Какие вопросы еще, Дмитрий? Да, нет, больше. Так, про обучение рассказал, про выплаты рассказал, про ведение бизнеса, про маркетинг-план компании, как начисляются деньги, уже за какую именно работу. Это вы все узнаете более подробно в наших семинарах в случае положительного ответа и присоединения к нашей команде. Что могу сказать? Рад буду увидеть в наших рядах, независимо от того, может быть, какие-то стереотипы есть, что Oriflame – это косметическая компания и работа для женщин, совершенно неверно. Неверное утверждение. Здесь как раз бизнес чисел, то есть бизнес денег. А в деньгах, в цифрах разбираются лучше всего мужчины. Все руководство компании Oriflame, практически все – это мужчины. Огромное количество лидеров, больших лидеров с зарплатами там уже сотни тысяч рублей в месяц, миллионы рублей в месяц – это мужчины. Именно мужчины лучше всего разбираются в маркетинге, в бизнесе. Поэтому мы активно работаем также с мужчинами, с семейными парами, где можно пообщаться с мужчинами. Женщина у нас более творческая личность, нацелена на косметику, на общение с девчонками. Мужчины у нас жестко, цифры, маркетинг и все тому подобное. Если вопросов никаких больше не осталось, скажите, пожалуйста, на текущий момент ваше решение какое будет? Положительное. Положительно, отлично. Могу сказать сразу, что никаких обязательных платежей, никаких обязательных заказов в нашей компании, в нашем проекте нет. То есть у вас имеется сейчас в случае присоединения, извиняюсь, 3 месяца пробного тестового периода. За эти 3 месяца вы смотрите, как стоят дела у нас в команде, в чем суть бизнеса, пробуете себя
И если по истечении 3 месяцев вы не совершаете никакого личного заказа в компании Oriflame, то есть независимо от того, хоть кусочек мыла, хоть большой заказ на всю семью, то есть первый заказ у нас называется в компании активационный. Этим заказом вы активируете свой личный кабинет в компании Oriflame. Если вы его не совершаете, этот заказ, соответственно, вас система удаляет как неактивного партнера. Если совершаете, то вы с нами как партнер еще как минимум на 2 года остаетесь. Никаких членских взносов, вступительных взносов здесь ничего такого нет. Как в финансовых пирамидах каких-либо, где принеси там 100 тысяч или, грубо говоря, там разные суммы есть и гарантируют там пассивный доход 100% годовых и работать не нужно. Здесь мы как раз работаем. Компания Oriflame никому просто так деньги не выплачивает, как я уже говорил. Рад буду видеть вас в нашем проекте. Сейчас я передам вашу заявку вашему непосредственному наставнику, кто пригласил вас на собеседование. И она уже с вами свяжется для дальнейшего трудоустройства и регистрации в компании Oriflame. Рад буду вместе сотрудничать и работать. В случае чего, всегда готов ответить, созвониться, ответить на все ваши вопросы, помочь. Еще все понял. До свидания, Дмитрий. Успехов. Ну что, все понял.